что ли, плужок? Взять надо, пахать придется. Ой, Надя, не то у людей на уме. Куда едем, Господи, как жить будем, а ты пахать. Берись, подняли. Пахать будем, Анна, и сеять будем. А на уме у меня то же самое, что и у тебя. Как жить? Тоже чуть ли не с одного сосунка, а дошел-то до 200 голов. О, в чем дело, бабы? Секрет-то, в пристрастии. А как же, старуху мою не встречали здесь. Дядя Федор! Племянница! Миленькая! Родная, здравствуй! Ну как, жив, не помер? А как же, а где ж ты была? Партизанила, дядя Федор, партизанила. На Дмитрий как? Жив и тоже воюет. А тетка Дарья-то где? Да жива стара, позавчера на хутор пошла вперед. Сундук у нее там зарыт, а в сундуке святыня. Ну, а Никитушка как растет. Никитка! Не зови, дядя Федор. Схоронил. Плавно схоронил. Ах ты, горе, горюшка. Ты не разведывал, казак? Цел ли наш хутор? Стоит, как картинка, не тронутой. Вчера казака встретил. Счастье, говорит, вас, что бои стороной прошли. Ой, не верится. Живы. Домой идем. Жить-то будем. Не знаю, дядя Федор, а жить надо. Вот я и голосую, граждане. Кто за то, чтобы вот ее, Надежду Васильевну Притуляк, сделать председателем колхоза Возрождения? Не спеши, дядя Федор, не торопись. Ночь еще длинная, пусть люди подумают. Мы уж подумали, Надя. Муж твой, Дмитрий Иванович Притуляк, вел колхоз исправно. Вот и замени его, пока он на фронте. Кому же вести колхоз, как не тебе? Колхоз вести не решето трясти.
Тут характер нужен. Вот именно. Почему я и первый тяну за тебя руку. Все мы поднимем, Надя, за тебя руку. Единогласно. Один воздержался. А ты, сноха, смуту не заводи. Не заводи смуту. Чего руку не тянешь? Я, папаня, на себя не надеюсь. Хо, сатана, а? Ну вот погоди, приедет Алешка с фронта, он тебе покажет. Ничто не берет молодуху. Ни беда, ни горя. И глаза грешные. Честное слово, грешные. А вы, папа, не шумите. Я в своем здоровье не виноватая. Я свое здоровье для Алешки сберегаю. А голосовать не буду. Потому Надя, она женщина характерная. Не обижай ее, дядя Федор. Ты у нас, Татьяна, секретарем будешь. Держи. Ну вот, видите, я так и знала, что она меня раньше всех прижмет. И правильно. Пиши протокол. Включайся. Грузовик. Никак к нам едет. Коврыгин? Или это мне чудится? С того света, что ли? Товарищ Коврыгин! Он самый, Надежда Васильевна. Будьте покойны, товарищ Коврыгин всегда вовремя явится. Федору Васильевичу! Здравия желаю. Жив, жив. Не помер? Нет. Срок не вышел. Слух был, тебя повесили. Правильно, вешали. Только не всякая веревка выдержит товарища Коврыгина. И я цел, и станица-то, Лешенька. Кое-какое тягло собрали, засеяли. Людей только нет. И вы опять председателем? Опять председателем. А вы, я вижу, вернулись. Вот, вернулись. Ай-яй-яй, как он хутор-то отделал. Степь голая. Как жить будете? Да как-нибудь проживем. Народ, мы жилистый. Да мы ж поможем, господи. Соседи ведь. Хаты я вам выделю, харчи устрою. Спасибо, спасибо. Жить мы будем дома. Да ведь дома-то нет. Хоть нет и дома, а все же дома. А дома и солома съедома. Да ведь солому-то тоже иметь надо. А где ее взять? Погорельцам-то. Мы, товарищ Коврыгин, не погорельцы. Мы колхоз. Да не что я, господи, боже мой. Да ведь я ж от чистого сердца помочь хочу. Ну, случись дождь, у вас крыши нет. Ты хоть бы на пару дней своих людей разместила у меня, Надежда Васильевна. На пару дней? Другое дело. Можно, конечно, отправить к вам тех, кто послабее или уж очень устали. Господи, я рад буду. Для чего же машину пригнал? Да пусть хоть все едут, а там видно будет. Нет, ты забери тех, кто послабее. Остальные как-нибудь перебьются и здесь. Ах, упрямый ты, дед, упрямый. Лезь в машину, говорю. Ну, что ты будешь делать в степи? Землю пахать и сеять. Тебе не все равно, где пахать и сеять. Нет уж, теперь меня от моей земли не оторвешь, товарищ Коврыгин. Правду тебе говорю. От моей земли? Эх, Федор Васильевич, неправильно ты рассуждаешь. Неправильно. Неправильно. Вот приедем с председателем райисполкома, он тебе то же самое скажет. Неправильно. Сели? Поехали. Папаня, не сломитесь, лезьте разом в машину. Вылазь, сатана, а? Это что же такое? Папаня. Алешка на фронте, а ты что, легкой жизни захотела? Папаня, я молодая, я жить хочу. Слышь, тебе говорю. Слышь. Папаня, родненький, куда же я от вас уезжаю-то? Папаня, папаня, на кого я вас покидаю? Папаня. Окаянная, курей увезла. Курей сбрось, сатана, сбрось курей. Ух ты, сатана. Уехали? Не уехали. Коврыгин увез. Здравствуйте, граждане. На огонек завернул к вам. Кто такой? Раненый. Из госпиталя. Почистый. В Варениковской иду. Дети у меня там. Ну, вот притомился мало. Милый человек, клади сюда свой мешочек. Целый табор у вас. Эвакуированные? Хозяева. Бывшего хутора хозяева. Знакомо. Я как вошел в этот хутор, ну, думаю, пустыня. И тоска меня схватила.
Нет ничего страшнее безлюдных хуторов и станиц. А тут гляжу, огонек, я к нему. Жив, значит, род человеческий. А если жив, все одолеет, застроит, оживит. Милый человек, как же хорошо ты это высказал. Вот Женка, небось, обрадуется. Господи, жив, вернулся. Жену похоронил перед войной. Двоих детей мне оставила. Как же они там? С кем? Дети ведь? Думаю, не пропадут. А там кто их знает. С бабкой оставил. Мальчонка мой, Фома Фомич. Меня ведь тоже Фомой зовут. Хорош рос. Хорош. И девочка Таня. Прямо как живых их вижу. Вот отдохну малость и зашагаю. Это далеко. Заночуйте у нас. Не знаю вашего имени и отчества. Фома Игнатьевич, я агроном по профессии. А вы что ж, родственники между собой? Это как сказать, гражданин, вроде мы как они родственники, все из разных фамилий. Выходят чужие друг другу люди. Это опять как сказать, вроде как они чужие. Ну, папаша, на такую загадку одним словом ответьте. Ну, а ты скажи. Слово обыкновенное. Колхоз. А по-другому сказать дружба. А еще по-иному. Сила. А, вот под такие слова в добрые времена чарками чокались. А у меня есть трошки спирту с фронтов. Чашки найдут, что ли? Найдут все чашки, коли плещутся во фляжке. А ну-ка, кружки. Выпьем за то, чтобы не согнуло вас горе, не запугали вас трудности, и чтобы Кубань наша зацвела краше прежнего. А еще выпьем за тех, кто в эту ночь насмерть бьется с врагом за родную землю. Играй, Петя, первую попутку. Трудов у нас много. Табельщик. И опять же по совместительству на птицеферме за курями ходить будешь. Эх, давно я петухов не слышал. А где ж Надежда? Проспал старый. Она давно по хутору побежала. Хозяйка. Принимайте войну, подруженьки. А, Надежда Васильевна. Жить можно. Давайте ведро. От школы сохранился угол. Курень перегуды без крыши, правда, но целый. Целый? Белка есть, два плуга видела, борный и еще паркетка. Вот хорошо. Где Василь? Ты тракторист, Вася? Второй категории. Ой, Вася, стоит немецкая танкетка целенькая. Вот бы ее запрячь вместо трактора. Сразу бы все спахали, Вася. Где танкетка, а? Курень перегуды, знаешь? Ну, рядом. Знаю. Примыла! А ну вас! Ходить Богу! Дед Мулек идет конюшню ставить! Ха, конюшню! Не конюшню! А кониферму! Погодите, погодите, не тормошитесь! Пройдем по всему хутору, собирайтесь к школе. Там жить будем. Пошли! Пошли, курить перегуда! Вот так вот, там во дворе, ты пойдешь. И про вас забыли, Фома Игнатьевич. Ничего. Ничего. Спасибо за приют, за ласку. Завидую я вам. Прямо руки чешутся, чтобы поработать с вами. Так и оставались бы. Нет, побегу к детям. Да, придется жить пока здесь. Ничего не поделаешь. Окна забьем, вычистим все, пол вымоем. Аня, кабанчика купи.
Откроемся, откроемся, кабанчиков совсем. Не жить нам здесь, племянницу, в веселом яру. Не жить. Ты что? Как, дядь Федор? Вот увидите, уведет он нас отсюда. Кто уведет? Ну, кто-кто. Ковригин, вот кто. Этому соседушке пальцы в рот не клади, юн человек. Он для своей отельной изнанку вывернется, а коль что плохо лежит, схватит и не вырвешь. А мы-то при чем? Да вот тот и горе, что мы ни при чем. Николай у нас ни двора, ни мил живота, ни образ помолиться, ни ножа чем зарезаться. Зачем он сулил привезти сюда председатель райисполкома? А? А? Людей у него нет, так он нас хочет забрать. Может быть, ты и прав, дядя Федор. А как же? Вчера сегодня он увез половину, вот и за нами приедет. Да, нам надо держаться поумнее. Встретить гостей гордо, не плакаться, бедный свою на показ не выставлять, хозяйство прибрать. Пусть знает, что мы не погорельцы, а колхоз. Боже, благодетель нашел. Мы им вареников наварим. Самовар поставим. А школу мы вымоем, все, вычистим. Ну, за работу. А мы их еще с песней встретим. А я им пол-литра выставлю. Да военная для Лешки берегу. Пусть и не думает, что бедно живем. Нет, слышь, племянница, пол-литра, может, я и не выставлю, потому как я ее 2 года от самого себя сберегал. Ведь это же подвиг. Ну что ты смеешься, а мне горько. Да ну тебе, дядя Петр. Люди нужны, товарищ Костенко, люди! Люди всюду нужны, товарищ Ковригин. Человек везде дорог. Вот я же говорю, плачут люди на развалинах, а у меня хозяйство, людей нет. Где взять людей, товарищ Костенко? А, ты власть распорядиться должен. Что власть, это, конечно, так. А вот распорядиться надо подумать. Ай, боже ж ты мой! Сидят голодные, беспризорные погорельцы. Помочь людям надо, товарищ Костенко, помочь. Ведь наши люди. Правильно. А у меня хаты пустуют. Вот везут 2 мешка угощения. Пусть хоть трошки подкормлются. А ты им скажи свое решение. Хитер ты, казак. Ух, хитер, а? Казаку, что без коня, что без хитрости, какая жизнь. Казак хитер, а советская власть еще хитрее. Она советует таким людям на своих развалинах закрепляться. Ну, так чего все разоряешься? Директива, товарищ Ковригин. Ведь сам говорил, помочь надо. Помочь надо людям, ведь хозяйство у тебя большое. Ну, боже ж ты мой, ну! Сев у меня, товарищ Костенко, сев! Ой, и как тут обернуться хозяйственному человеку? Ничего, но! Ничего, обернешься, товарищ Правление колхоза Возрождения. Погодите, товарищ Ковригин, а? Только не мешай, товарищ Костенко. Я их уговорю. Попробуй. А я погляжу, что они за люди. Александр Петрович! Вот наш табельщик по совместительству. Сейчас к обеду звонить будут. Что, черт, ладно-то как-то, да? Это наша каниферма, Александр Петрович. Вот тут озорной, огонек, а вот этот конь ураган. Ну. Да. Известный конь, ты не гляди, что он скучный. Это он без дела, а в работе его просто не удержишь. Действительно, не что удержишь. Костыли ему прилать, он сам до живодера дойдет. Живодером, товарищ Ковригин, у нас делать нечего. Живодера мы заверсту чуем. Нас ведь тоже на кривой-то не объедешь. Это действительно. А как пахать будете? Эй, Василь, как трактор? Трактор? Какой трактор? Откуда? Да что трактор? Машина как машина, шалит трошки ведущая шестерня. Ну, проявляй инициативу. Чей трактор? Кто выдал? Откуда он?
товарищ Костенко, официально заявляю, что я... Ну, что ты? Что ты? Это наша инициатива. О, не нравится ему. Лубов! Три! Ворон! Шесть! Сапог! Восемь! Лопат! Двенадцать! Ведер! Семь! Все целы? Все! Товарищ Костенко! Надежда Васильевна! И товарищ Ковригин здесь. Сколько лет, сколько зим. Вы ли это? Как видите. Милости просим. Ага. Где твое вино, дядя Федор? Ставь пол-литра. Не хитри. Какой это стол без вина? Не могу. Режьте меня. Не могу я. Я для Лешки беру. Я обещал же. С тобой договариваться нельзя. Ладно. Милости просим закусить с нами, чем Бог послал. Так-так. Ах ты, горе, горюшка. Ах ты, Лешенька, Лешенька. Соседи ведь. Вот вам бамбушечки, поляница, гуська тоже зажарили. Ой, зачем вы, товарищ Ковригин? Вот вам огурки, сазанчик тоже обжаренный. Ряженочка, галочек себе можете оставить. Надежда Васильевна, быстро вас на ноги поставлю и сам на хутор верну. Вот, и товарищ Костенко от души вам советует. Вот, еще сазанчик. Жми, жми, товарищ Ковригин, только меня не вмешивай. Я свое слово скажу сам. Я же говорю. Мы вас будем просить с Надеждой Васильевной, чтобы вы нам поспособствовали переехать в Никольскую. Ты меня в свои сети, Ковригин, не впутывай. Неужто ты его поддерживаешь, Александр Петрович? Ну что ж, Надежда Васильевна, обдумайте предложение Ковригина. Весна на исходе. Посеять успеете? Мало вас. И нет ничего у вас. Ну, вот я и говорю. Силы нет у вас. Погоди, погоди. Это ты говоришь. А что она скажет? Силу колхозную еще никто не измерил. И конца ее ты, товарищ Ковригин, не видишь. А я еще и так скажу. О. Силе колхозной дна нет. Потому как эту силу в крестьянство вложил Сталин. Конечно, мы можем переехать и в Никольскую, но сомневаться тебе в нашей силе непристойно. Правильно. А как же? Ну вот придут казаки с фронта. В чужих хатах их встречать, что ли? 200 лет стоял хутор. Тут любились, а тут детей рожали. В этой школе учились. Хлопцы наши на фронте. За что рубятся? Им веселый яр снится. А мы в Никольскую будем переезжать отсюда. Попейте чайку, дорогие гостюшки. Попейте. Не обессудьте за угощение. Вот именно. Ох, дед он понимает. Ему тоже... Казаку без чарки скучно, а? Чайком почет. А у нас вино свое. И такое, и этакое. Пей, дед, любую марку. Господи, господи, я думал, что гость не пьет. Кто? Чаем угощаю. Да у нас эту зель поларбы припасено. Товарища Ковригина людей мало, а стеглом неплохо. А у нас наоборот. Пусть выделит пяток лошадей, товарищ Ковригин. Я лошадей? Господи! А я людей, не господи! Так вот, Надежда Васильевна, приезжайте в район, посоветуемся с райкомом партии и решим, переезжать ли вам в Никольскую или оставаться здесь. Конечно, в Никольскую! Конечно, здесь! А как же? Эх, племянница, ехать не в эту Никольскую, но прямо нож в острый. Тогда не поедем.
А как жить будем? Сеяться? Тогда поедем. Но! И к кому едем за подаянием? К Аврыгину. Уж очень личность хозяйственная. Тогда не поедем. Ну, а ну-ка они без нас решат переселить нас всех в Никольскую. Уж неделю ждут в райисполкоме. Ну, тогда поедем. Ну, а ну, конечно, может, они нас и не ждут. Скажут, пусть живут себе и живут. Ну, не поедем. Ну, а как же наши люди? Неужто у Ковригина останутся? Ну, тогда поедем. Ну! А я так думаю, племянница, что нам много придется труда положить, прежде чем мы на ноги встанем. А ты как думал? Ведь вот и думаю, Костенко нас должен поддержать. Вот увидим. И дома все целы. А, вот иду, гляжу, и душа радуется. Ты чего радуешься? У нас одни развалины. Ну и что, что развалины? Это ничего. Злее строиться будем. Стой, слышь? Борщ. С мясом. И когда это мне борща наварят? Да ну тебе, дядя Федор, все трещишь, трещишь, без умолку. Ну что же, трошки аппетит разыгрался. Как гостей нас встретили, барашка для нас закололи. 4 избы для нас выделили. А товарищ Кабригин целую бригаду из нас организовал. Говорит Надя, что и вы сегодня переезжаете. Значит, решили остаться. Нет, мы домой хотим. Забери нас, Надя, чисто безродные мы. Чужая баранина колом в глотке становится. Проживем и без баранины, а вы дома. А дома и солома съедома. Слышь, сноха, дорогу у меня аппетит разыгрался. Принеси-ка пожевать, что ни на есть. Зам, Стопаня. А, ну и венцов твоего, батьки, добрые. Ну и борщ тоже, с мясом. Хлебаю и глазам не верю. Исхудали весь. И мамань, небось, измучили. Шли бы до нас. Батя и то говорит, зови Алешных родителей. Дом большой, пускай живут. Что ж мы чужие, что ли? Да ты что, окаянная? Хутор 200 лет стоит, а я в люди пойду. Вот возьму вожжи, да вождями тебя, сатана. А венцо у твоего батьки доброе. И вот борщ тоже. Вот такие борщи нашу Кубань славили до самого Тихого океана. Аврыгин, папаня, поговорите с ним, родненький, он вас устроит. Что это такое? Да что ты мне даешь? Да не что ты, борщ. У нас на свинеферме болтушку на варежке готовят. Вылей, чтобы горшок не скис. У нас было на свинеферме. У нас на свинеферме! Людей у меня уводите, агрессоры! Как же это понять, агрессоры? Мы с племянницей государственную твердость проявляем, а он агрессоры. Сын агрессор! Папаня, папаня! Агрессор! Вчера людей увел, нынче не ферму, а завтра детей присвоить. Что это такое? Папаня... Больше дай! Либо она, либо товарищ Ковригин. Пришла, людей своих взбаламутила и обратно веселый яр уводит. Ковригин лучшую бригаду из них организовал. Ковригин коней выделил, лучший участок под станицей отвел. Товарищ Ковригин на харчи разоряется. А ты не разоряйся, товарищ Ковригин. Советская у нас власть. Советская, советская. Ты что ж хочешь, силой их перетащить, если они этого не желают? Ой, боже ж ты мой, Александр Петрович, пропадут, пропадут, ведь от души им сочувствуют. Прикажите, папа, не куражиться, товарищ Костенко, миленький. Ведь исхудали, как с Надей, измучились. Ты еще откуда, сорока? Товарищ Костенко, миленький, я вам расскажу, какая у них жизнь тяжелая. Вот. Легка на помине. Что ж ты, Надежда Васильевна, властью пренебрегаешь? Почему беспорядки наводишь? Почему ко мне не пришла сразу? А ну, товарищ Ковригин, оставь нас вдвоем. Слушаюсь, слушаюсь, Александр.
Сидишь? А? Сидишь, говорю? Сижу. Эх, табак ваше дело. Нет, наше дело правое, артельное. Дед, хочешь послушать добрый совет? Это кто, я? Ты. Ну? Иди ко мне конефермой заведовать. Зараз получишь 38 коней, не считая сосунков, и 3 жеребых матки. А тебе сверх нормы 2 трудодня. Ну? Что ну? Идешь? Я? Да, к тебе. Ко мне? Нет, не пойду. Почему? Кони не люблю, несуразные животные, ни пурнину, ни кукарек. Шуткуешь? Да нет, правду говорю. Что правду? Что к тебе не пойду. Фу! Козел упрямый. А, схватил кота поперек живота. Это что же такое? Я не могу понять. Дай уже мне сказать. Я тоже власть, как и ты, народом ставлю. Да замолчишь ты или нет? Не для того за колхоз взялась, чтобы молчать. Надежда Васильевна, но понимаешь... С тобой не договорюсь, в крайисполком пойду. Ты не гляди, что я неумелый казачка. Я и до Москвы дойду. Да не шуми, ты не шуми, ради бога. Я куда угодно пойду, а своего добьюсь. Люди судьбу мне свою доверили. Вот ты шуми здесь, шумишь, а все зря. Как это зря? Вчера советовались мы в райкоме партии и решили удовлетворить ваше упорное желание. Оставить вас веселым яру, помочь вам встать на ноги. А ты шумишь. Правда? Решили? Решили. Ну что ж ты молчал, Александр Петрович? Да ведь ты рта не даешь разинуть. А ты бы построже, кулаком бы по столу. Ведь я от тебя чуть сам под стол не спрятался. Надежда Васильевна, ну нечто можно на районную власть так нажимать, а? Да ты ведь в чахотку меня погнать можешь. Я больше не буду, Александр. Что у тебя за список? Это все, что ты нам должен выделить. Только ты уж не нажимай так. Так. Мало просите. Но дадим еще меньше. Людей забирай сегодня же. Дадим хлеба, круп, еще кое-что из продовольствия. Семена. Семена дадим полностью для зерновых и огородов. Минеров вышлю, чтоб степь от мин проверили. Кобыленка бы, какой ни на есть, отрядили к нашему жеребцу. Обязательно необходима кобыла. Пристрастие человека к лошадям. Любовь. Кобыленку-то хорошо бы. Да где ее взять? А ты чалую дай. Исполкомскую. Наверх вы, товарищи, все по местам. Последний парад наступает. Ура! Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощады никто не желает. Ура! Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощады никто не желает. Целым силы вьется и цепи гремят. Наверх я царя поднимает. Ура! Здравствуйте, товарищ командир. Что за человек? Почему здесь сидите? Почтальон я. Вот любуюсь, как строят. Позавчера был здесь, никого не было. Одни бурьяны да развалины. Думал, так и погиб хутор под бурьянами. А вот вернулись, строят. Письма у вас к ним? Писем нет. Есть одно извещение из военкомата. Погиб у них чей-то казак. И ждут они меня, и боятся. Очень меня люди боятся, товарищ командир. Должность такая. Отпоемся здесь! Наши дела! Детей повидали! Вот радость! Да вы садитесь, садитесь, снимайте шинель вашу. Сегодня у нас такой праздник, Павел Игнатьевич. Остаемся здесь, начинаем сеяться. Ваш муж на фронте? Да. Как звать его? Петей? Петром Васильевичем звать? Это не вам. Тут вот сообщает Дмитрий Иванович Притуля погиб на поле боя. Господи! Ведь это же тягло! Сила! И опять же фуражу не требуете. Так горючее-то где, дед Мулюк? Ячмень-то ей засыпешь, сено на ночь положишь. Да ежели ты казак и юнош наших кровей, то ты горючее достанешь. А как же?
Хо! Фома Игнатьич никак вернулся. Эк тебя согнуло. Сожгли Варениковскую, дядя Федор. Да ну! Да. Дома моего как не было. Ха. Бабка померла, а дети... Да. Фомушку видели где-то по дороге на Крымскую. Да ведь когда это было? Ах ты горе, горюшка. Ну и что ж ты теперь? Не знаю. Не знаю, не знаю. И куда ж ты? Да вот иду. Подальше от людей иду. Это ты зря. Душевно говорю тебе, зря. Горе оно теперь каждого человека задушить хочет. А куда ж убежишь от него? А ты неси свое горе в артель, Фома Игнатьич. Да вместе складывай, да сообща в труде и разбивай его. Верно говорю. 100 лет ходи. Лучшего лекарства не сыщешь. Думаешь? Знаю. Знаю. Вот ты агроном. Гляди, земля-то стонет она. Перепахать ее надо. Да поглубже, вместе с горем перепахать. А как же? Сеять надо. Идти тебе некуда. Вот и оставался бы с нами. Не то на душе у меня. Спасибо, дядя Федор, но я, пожалуй, пойду. Да, тут я сейчас одной вашей женщине извещение принес из военкомата. Муж у нее убит. Притуляк Дмитрий Иванович. Митя! Вот это горе! Дядя Федор! Тогда что? Бери нас голыми руками. Тяжко мне. А ты не сиди здесь. Пойди в степь, подыши. Сиротское дело известно. Куда ему идти, если он не смышленый? Господи, как вы к ним рвались тогда, Фома Игнатьич? Не говорите мне о детях. Не ахайте, не вернете их. Пропали. Сеять надо, а не то всем переезжать к Аврыину, в Никольскую. Сидим тут, а в степи бурьяны и бурьяны. Бурьяны не помеха. Бурьяны жечь надо. Весь народ вывести в степь и жечь. Зола пойдет на удобрение. Минеров надо вызвать. Степь от мин проверить. Минеры с утра будут. Костенко при мне сговаривался. Бурьяны жечь надо. Я вас лопатой. Страшно, невозможно, Саша. Милый. Дай бог тебе быть полковником, да не в нашем полку.
мне сказали сегодня, что вы детей потеряли. Не будем говорить об этом. Мне один старик сказал, что горе надо сложить вместе, да перепахать поглубже. Четыре клячи у нас. Что им их спашешь? Я, Надя, собрала всех женщин, дала им лопаты и поставила копать под кукурузу. Семян бы достать, рассаду вывести под капусту. Да семена же я принесла, тетя Дарья. Совсем из головы вон, как сказали мне про них. Милиции, что ли, тебя сделали? А трапещи торгов, киоски, воду, сироп не продаю. Сладкая у тебя жизнь. Ну, погоди, вернется Алешка, будет тебе горько. О, Алешка не осерчает, я для Алешки себя сберегаю. Глянь, как высохла. Высохла, поди, лифчики не сходятся. Бессовестная. А ведь мы тебя, Татьяна, потом не примем на готовенькое это. Подумаешь, и не очень надо, я к вам с добрыми вестями, а вы? Костен к вам послал, говорит, поди снеси, пусть обрадуется. Постановление СНК СССР и ЦК ВКПБ о помощи районам, пострадавшим от немецкой оккупации. Государственная помощь, теперь заживем. Это и надежду обрадует. Так она ж порожняя. Порожняя. Ну так чего ты зря транспорт задерживаешь? Штрафовать таких надо. Дядь, дай трошки горючего. Для зажигалки тебе? Нет, для колхоза. Погорельцы мы. Ну давай посуду. У нас на хуторе немецкая танкетка брошена. Вместо трактора я ее пахать заставлю. Я ж водитель. Ты вот что, хлопец, езжай в Краснодар на нефтебазу, а я тебя взять на снабжение горючим не способен.
спят окаянные, по будку проспали. Вот возьму вожжи, да вожжами. И позревать не дадут. И когда эта война кончится? По радио объявят. И ты тоже, табельщик, угодишь в лапшу по совместительству. Что? Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. Еще опоздаешь и в лапшу. Доставайте стегло, Надежда Васильевна. Нам с четырьмя конями надеяться не на что. Опоздаем мы с севом. Ну нет у меня коней, нету. Что я их из самана, что ли, сделаю, а? И чего от меня начальником тяги сделали? Возьмите себя в руки, Надежда Васильевна. Не вернешь потерь. Тяжело мне, Фома Игнатьевич. Болью захлебываюсь, а на руках колхоз. Я простая казачка. Вы государственный человек. Вам же доверено кормить фронт. Может быть, хоть на время отстранить меня от председателя. Да что вы, Надежда Васильевна, что вы? Да я ночей спать не буду. Я себя не пожалею, чтобы помочь вам. Спасибо, Фома Игнатьевич. Спасибо. Окаянный. Ну, где вам здесь спахивать? Где ж ты горючая добыл, чертенок? 2 дня в Краснодаре ловил главного секретаря партии. Поймал? А как же, мост через Кубань ставят. Там я его и подкараулил. Ну, посмеялся он трошки, а потом ничего, записку выдал на нефтебазу. Дьяволенок! Настырливый! А ну вас, участок отводите, время уходит. За мной, Василек! За мной, орел! Будет у нас урожай! Ну, как живешь, Надежда Васильевна? Лучше всех. О, как тебя подвело. Очень тяжело тебе. Да нет, ничего. Может быть, отдохнуть надо? Скажи прямо. Прямо и скажу. Не время открывать нам дом отдыха. Что дашь нам, Александр Петрович, по решению правительства? В «Правде» читали. Помощь идет, Надежда Васильевна. Крепись, дружище, крепись, не падай духом. Вот артель возрождения. Коров вам 18, овец 42, овец примите у нас. Семенной пшеницы. Лошадей бы мне хоть пяток, пахать нечем. Знаю, нет лошадей. Пшеницы 32 центнера. Нет лошадей, но позже будут. На жилстроительство 85 тысяч. Обобществленный сектор 60. Лошадей бы пяток. Продовольствие до урожая. Муки 12 центнеров. Круп 160 килограммов. Лошадей бы пяток. Кукурузы. Хоть на неделю, Александр Петрович. 6 центнеров. Вот ты говоришь, что ты есть колхоз-миллионер. Да не ж миллионеров в такой одежде обедают. Да я ж тебе говорю, что бывший, до войны, понимаешь? А теперь меня сожгли. Ну и что же? Ну и ничего, сижу вот на пожарище. Сидишь. А чего ж ты ждешь? Ожидаю благополучия. Да не ж ты ее дождешься, товарищ миллионер Горемышный. А ну-ка весь народ усядется на развалинах. Тогда что? А? Миллион ожидателей. Это что же, проводит 5-летка ожидания? Ну, а раз меня сожгли, тогда как? А раз тебя сожгли, то ты проявляй инициативу. Это как? А вот как. Вот у тебя нет ничего, а ты этому не верь. Развивай деятельность. А как же? Ваше здоровье. Разовьешь ее, когда перед глазами-то пусто. Глаз человека, он есть злой обманщик. Ты не доверяй ему, а верь больше рукам. Вот тогда ты будешь иметь полное основание пить чаек. Нос, бывайте здорово, у кого черный брод. А вот вы говорите, инициатива. Вот именно, инициатива. Вот ты прояви
прояви ее, а государство в ответ тебе помощь даст. Вот пример, как нам с племянницей. Аккурат сегодня все и оформили. Оформили. Оформили? А как же? Государство оно замечает. Вот, к примеру, товарищ Мулюк показал инициативу. Значит, государственный он человек. Оформить ему! Курица зайца любила, а она ему яйца носила, а она ему яйца носила, а она его чаем поила. Хе-хе. Ой, не как племянница. Оформилась малость на радость. Грешен племянница. Ой, как грешен. И как трактора, гляди, племянница. Неужто мимо нас проедут? Стой! Как же это нам без трактора? Эй! Стой! Стой! Стой, начальник! В чем дело, дед? Трактор нужен, начальник. Трактор. Земля томится. Откуда ты? Кто такой? Вот хутор рядом, налево. Вот. А колхоз Возрождения. Тяглом я командую. И тягло-то какое. Слезы. Конь, ураган и корова. Не обижай нас. Не могу, дед. Ну как же, по нашей земле и мимо едешь, несправедливый человек. Земля-то, она за колеса тебя схватит. Костенко, проси, Костенко. Сегодня вечером распределять будем. Но хоть ты словечко замолви, словечко. Скажи, мимо ехал, Мулюк я, он знает мимо. В район иди, в район, трогай. А как после возрождения? Трогай. Знает он. Путь держите, механик. МТС восстанавливаем. А что? Не слыхал часом, где пахать будете? Наше дело маленькое. Куда пошлю? А про возрождение не слыхал? Не знаю. Ах ты, горе, горюшка. Трактор нужен. Трактор. Так вот, тракторов 6, колхозов 78. Как хочешь, так и дели. Ну что ж, 78 колхозов на 6 тракторов. Да. Ну да. Ну а если мы возьмем так, память Ильича, пионер, сталинский путь, пятилетка, красный таманец, и, наконец... Артель возрождения. Обязательно. Опять этот день. Ну, не мешай, старый, не мешай, без тебя голова ходором ходит. Не мешай. Сколько у нас тракторов? 78. Да нет, колхозов 78. Тракторов 6? Тракторов-то 6. Ну вот, и, наконец, две машины... Просим на Рубцевский юрт. Очень хорошо, все ясно. Но получается уже 8 тракторов, а у нас их 6. Ах ты, горе-горюшка. Что ты, старый? Что тебе? Что? Кобылу я тебе дал? Да. Трактор просишь? Трактор. Потом комбайн запросишь? А потом и комбайн. Почему? Ведь я ж тебя выбирал. Ну, выбирал. Ты моя власть. Я. Давай трактор. Нет тракторов. Нет. Идут. Придут, получишь. Эх ты, горе-горюшка.
Ну что ты плачешь? Блатик умирает. Где он? Вот там. А как тебя зовут, девочка? Таня. А братика как звать? Фомушка. Фомушка? Да. Отца как звать? Немцы убили. Как звать отца? Папу как зовут? Танечка, папу как звать? Фома Игнатьич. Фома Игнатьич? Да. Нашла! Я, Александр Петрович. Что тебе? Тракторишка надо. Ну опять, ну я уже раз тебе сказал. Придут, получишь, ясно тебе? Иди домой спать. А ты не шуми на меня, председатель, не шуми. Я тебе такое скажу. Ну скажи. И скажу, что я для себя стараюсь. В свой сундук норовлю положить. А не ты меня, казака, в 30-м году в колхоз тянул. Не ты из меня активиста выращивал. А теперь, когда я за артель муть принимаю, шумишь, удивляешься. Сам меня выдумал, сам и удивляешься. Давай трактор, душа из тебя вон. Дед, золотая душа. Ну кто ж на свете может одолеть такой народ? Какая вражья сила может повалить тебя, старый? Так и я про то же. Ты мне дашь трактор, я дам хлеб армии. Никто и не повалит. Полдня только и проработал. Ну что ты скажешь? Да она в полдня спахала больше, чем вы за неделю лопатами наковыряли. Довольно вам землю лопатить. Довольно. Освобождаю вас всех от тяжести. Хватит лопатить землю. Хутор отстраивать будем, хату восстанавливать. И кониферму, племянница, обязательно кониферму. И кониферму, и коровники. Красота нашей жизни только начинается. Пошли, девушки. Молодец, Мулю. Трактор достал. Сиди на машинах. Эй, Василь, что закрылся? Василь, вылезай. Так ты что же, юнош, если ты казак, проявляй инициативу, чтобы непременно эта машина пошла, заработала. А в противном случае эту механику переконструируем на курятник. Ну вот и весь стаж. Пошли, бабы. Казак! Здесь подрезать и подшить. Можно в сборочку. Вполне хватит. Мама, бантик. Здесь бы отделочку. Нет, тоже в сборочку. Рукавчики коротенькие. Мама, бантик. Хорошо, будет и бантик. Ну, бери, шей.
Не ходить же им на барушку. Ну, пойдем, Таня. Такое платье тебе сделаем. А бантик? И бантик сделаем. Вот тебе рубах, Фома. Был такой мальчик, Никитушка. Так и не одел ее. А где он? Совсем как на тебя шито. Такой же был. Шустрый. А где он? Вот тебе его букварь, вот арифметика и карандаш. Сам точил. Перед войной ему батя ножичек купил. Тут радости было, как начнут возиться. Он уехал, да? Учить тебя буду, Фома. Я летчиком буду. Ну что ж, учись, будешь летчиком. Люблю ее, дядя Федор. Люблю. А вот что с этим чувством делать, не знаю. Сказать ей. Так ведь разве и до этого? Скажешь, оскорбишь. Что делать? Не тревожь ее, Фома Игнатьевич, не тревожь. Не время. Ну а что ты мне посоветуешь-то? Молчи. А любовь свою сберегай, и тебе легче будет. Думаешь? Жизнь, Фома Игнатьевич. Жизнь. Здесь мы когда-то плакали. Ой, горько же было, дядя Федор. Племянница, что было, то сплыло, да бельем поросло. Вся Кубань вот эта к на ноги поднимается. Ну и нам отставать не след. А ну-ка, племянница, в зале! Маманька, бы отстроили бы хатку. Отстроили. На будущий год вторую пристроить. Человек он племянница, как муравей. Ты только дай ему инициативу, а он тебе горы перевернет. Вот помню я в японской компании. Сидим мы на сопках. Потом как японец шандарахнет. Мы в разные стороны. А вот племянницу, вел бы нас тогда этот преподобный Ковригин в Никольскую. И стоял бы наш хутор в Барьянах да развалинах. Чтобы люди-то сказали, а? Дезертиры бы сказали. Попрыгунчики. А? Правильно говорю, племянница? Верно, папа, не миленький. И чего меня тогда силы не утащили? Думаете, легко теперь ваши комплименты выслушивать? Окаянная! Да куда? Я к вам как отцу родному возвращаюсь, а вы... А, дезертирка вернулась! А ну, ложи конец! Не прикасайся! Папа! Не прикасайся! Ответственную должность бросила. Как к отцу к родному возвращайся, а вы... А ну-ка, Никонорыч, дай мне вожжи, я ее вожжами... Не прикасайся, тебе говорю! Никонорыч, дай мне вожжи, я сейчас ее вожжами! Ой, родненький, зараз он меня учить будет! Я просто пошумлю, а ты не давай! Дай мне вожжи, я ее вожжами! Я ей покажу магазины с сирапами! Не давай. Спасайся к нам! Что с тобой сделают? Иди непутевая, сама неси. А ну-ка, Никонорыч, дай мне вожжи. Дай, говорю, мне вожжи. Не раздражай ты меня. Я ее сейчас вожжами простягаю. Ух ты! Ой, папаня. Что, папаня? Я уже включилась. Включилась? Ух ты, сорока, дезертирка. Строимся, Надежда Васильевна. Сердце радуется. У каждого свой угол будет. Да, вот только я один. Кукушка бездомная. Да что, Фома Игнатьевич, неужто вам хаты не построили? Дело-то не только в хате, Надежда Васильевна. Но одним словом, решил я опять проситься на фронт. А дети? Ну что ж, дети. Может, сестра вернется в Варениковскую, так ей подброшу. А я не поеду, вот. Выдумал тоже в Варениковскую. Езжай сюда! Бунт, восстание, а? А? Да не ж его так кладут. Уж сколько я вас учил, учил. Не так нужно. Ты клади стебель в стебель и далеко вперед рассчитывай. Свадьбу твою где играть будешь? Под этой крышей. А ну-ка, дождь, да что? От невесты на горище порезешь. Эх ты, казак, стыда не оберешься. А ты вот так клади. Вот. Тогда перестилать полезешь лет через 40. С бородой. А как же? 3. Еще пару дней выйдем убирать хлеб. Наш первый урожай. Центнеров по 12 гектара больше не возьмем. Фома Игнатьевич говорит, что и этого не собрать. Сорняков много. Когда он на фронт едет? Скоро. А дети как? Не знаю. Увозят их, кажется.
Если даже по 12 центнеров возьмем... Геннадий, оставь его детей себе. Нет. Почему? Ты же любишь их. Не могу. Новой семьи мне не заводить. Митю мне никто не заменит. Нам нужно кормить Красную Армию, до того и на ноги стали. Алешка тебе тоже много не навоюет, если кормить его не станешь. Если ждать будешь, пока тебе вместо коров грузовики подадут. Иди снопы вязать. А чего же она? Тань, а, Тань? Ты не на ту скорость включала. Она на четвертой ходит. У, Мерседес. Чего тут сидишь, дядя Федор? Заела меня, Фома Игнатьич, философия. Ну, философия? Угу. А как же? Возьмем, к примеру, вот эту машину. Большая сила и большая злость нужна, чтобы ее выдумать, оживить и загнать до нас в степи. И вот сидит на ней старый мулюк, и приходит ему на ум свинья. Свинья? Ага. Какая свинья? А та самая, которой сказано, свиного рыла чужой огород не суй. А ты-то откуда же? Из военкомата иду. Послезавтра на фронт, дядя Федор. Послезавтра. А дети как же? Сестра в Варениковскую вернулась, так ей подброшу. Эх, племянница, опять же тебя по голове обухом. Ничего ты не понимаешь, дядя Федор, и нечего зря говорить. Это я-то зря. Умным попу кукиш покажи, а уж он знает, какой грех. Все вижу. Выбрался, кваску тебе принес. Милый мой, неужто и тебя потеряю? Ну, беги, играй. Детей я у сестры устроил, в Варениковской. Завтра утром пораньше отвезу. Если, конечно, лошаденку дадите. Хорошо.
Фома Игнатьич, но вам ничего не обещаю. Не судите за это. Для меня свято ваше горе, потому и не сказал вам, что люблю вас. Ни на что не надеюсь. Любите моих малышей, и большей радости для меня не нужно. Легкого пути вам и скорой победы. Спасибо. Васильевич, здравия желаю. Жив? Не спрашивай. О, слышь, идет. Волнуешься? Волнуюсь. Можешь ты мой, дожили. Ну, как же. 5 лет не видал Алешку, 5 лет, товарищка, в Риге. Мудрый ты старик, Федор Васильевич, люблю тебя. Ну, и ты на меня не серчайся, прошлое. А что ты, что? Ну-то я с тобой дрался. Да не ж ты мой недруг, я уважаю тебя. Личность ты хозяйственная, товарищ Ковригин. Хозяйственная. За артель здорово бьешься, ночью не спишь. Федор Васильевич, артели у нас разные, а дело общее. Это правильно. В один вагон хлеб для государства ссыпали. И это тоже правильно. Слышь, подходит? Подходит. Поезд подходит. Иди скорее, старый. Иду, дальше, иду. Вот на тебе яблочко. Ну, спасибо. Да. А красные переходящие знамя мы у тебя берем. Ну, посмотрим. Воевать будем, Федор Васильевич. Чего им скажешь? Ведь они всю вселенную проехали. А ты покороче. Не выдумывай. Лишнего не говори. А ты меня сдерживай, племянница. Не могу, дядя Федор. Сама волнуюсь. Ну тогда ты меня держи, стара. Алешка появится, боюсь, запутаю. Ты сам себя держи, старый. Что же это такое? И себя в руках держи, и речь держи, и хлеб держи, и слезы от радости сдерживай. Ах ты, горе, горюшка. Алёшенька! Алёшенька!
великий человек привел нас к счастливым дням и напитал наши сердца радостью. Слава тебе, века, родной наш Сталин! Слава!